Ой, что это я должна говорить? Ну вот, Новый год к нам мчится. Скоро все случится. Стоп, это уже где-то было. Эврика! Здравствуйте, мальчишки и девчонки, зайчата и бельчонки, отважные ИБшники и очаровательные ИБшницы. Близко Новый год. И нам предстоит учиться жить в новом году, исполнять обещания и осуществлять все те важные дела, которые мы так бездумно переносили на такой далекий 2017. Новый год, наверное, единственное время в году, когда серьезные, успешные, взрослые люди верят в чудеса и готовы снова почувствовать себя детьми. А Без ТВ обожает все радостное и чудесное. Кстати, знаете, чем отличается отечественный Дед Мороз от импортного Санта-Клауса? Дедушка Мороз не делит детей на хороших и плохих. В Новый год все получают подарки. И все, что нужно, это написать, чего ты хочешь на самом деле. И новогодняя почта, а также немножечко зимнего волшебства сделают все остальное. И поэтому прямо здесь и сейчас мы будем писать коллективное письмо от лица отрасли информационной безопасности. Куда? В Центральный банк подарков и хорошего настроения. Кому? Начальнику ГУБЗИ, главного управления бенгальских огней и зимнего изобилия, или попросту Дедушке Морозу. Дорогой Дедушка Мороз. Здравствуй, Дедушка Мороз. Пишет тебе Павел Талыпин из компании «Эстер Россия СПИ». Хочу рассказать тебе о том, как у нас прошел 2016 год. Мы неплохо провели его. Вовремя сдавали проекты и защищали наших клиентов изо всех сил. Между прочим, в минувшем году мы добились того, что продукты Эстера рекомендованы для защиты самой большой системы страны – СМЭФ. К тому же, вместе с нашими замечательными партнерами мы реализовали очень важные и нужные проекты. Например, по защите информационных систем в службе экстренного вызова 112 и в лесопожарном центре. Дедушка Мороз, принеси нашим партнерам подарки также. Их, правда, много, больше 300, но они все очень хорошие. А еще мы запустили новый продукт – универсальный криптомаршрутизатор. Он сделан на российской аппаратной платформе и может все. И сетевую безопасность с шифрованием обеспечивает, сертифицированный СКЗИ Estera VPN, между прочим, и маршрутизацию делает, и коммутирует, и импортонезависимости способствует. Мы все очень довольны и рады, и пользователи нового продукта тоже. В общем, год прошел хорошо. А в новом году мне бы хотелось, чтобы компания Estera CSP воплотила все-все намеченные планы, чтобы все ЦОДы страны защитили свои каналы связи новым супермощным криптошлюзом Estera Шлюз 10G. Чтобы у наших партнеров и заказчиков были неограниченные бюджеты на модернизацию и расширение их систем безопасности на базе наших продуктов. Дедушка Мороз, подари всем радость, удачу, вдохновение и хорошее настроение. Вот это да! Глядите, а на конверте марка появилась. Слушайте, а здорово получилось. Давайте продолжим. Дедушка Мороз, у нас в компании «Актив» в 2016 году все было хорошо. Все потому, что мы много трудились и первыми в России сертифицировали USB-токен на соответствие новым стандартам электронной подписи. Мы реализовали поддержку криптоключа RUTOKEN в системе EGAIS и поддержали российскую аппаратную платформу Байкал. Ты, конечно, знаешь, каково это – заботиться о миллионах людей. Так вот,
Мы в минувшем году произвели и отгрузили нашим заказчикам более 1 000 000 электронных ключей и токенов. Нашими продуктами пользуются повсюду. И в федеральных, и государственных, и коммерческих структурах, и особенно в банках. Сам посуди. В 2016 году более 200 российских банков внедрили у себя наш флагманский продукт РТОКЕН ЦП 2.0. Среди них Банк Российский Капитал, ВТБ, Уралпромбанк, Банк России и многие-многие другие. Все самые крупные удостоверяющие центры страны выдают сертификат электронной подписи на ключевых носителях РУТОКЕН. СКБ Контур, Тензор, Такском, Калуга Астрал. Наше второе направление бизнеса – линейка продуктов Гордант. Это защита и лицензирование программного обеспечения. В 2016 году это направление очень хорошо развивалось. Мы сейчас делаем такие проекты, от которых даже у наших пораженных разработчиков захватывает дух. Но успех, которого мы добились в 2016 году – результат труда многих людей и многих компаний. Все, что мы делаем вместе с нашими коллегами и друзьями. С нами ведут совместные проекты практически все крупные разработчики криптографического программного обеспечения и производители средств защиты информации. Наше главное богатство – это наши партнеры, наши клиенты, наши друзья. Дедушка, не подведи нас, пожалуйста. Исполни все наши желания и желания наших друзей. Дмитрий Горелов, управляющий партнер и коммерческий директор компании «Актив». Замечательно выходит. Глядите, мне еще одна марочка появилась. Еще место осталось. Что бы еще написать? Дедушка, у нас в Positive Technologies в 2016 году все было просто замечательно. Я расскажу тебе по порядку. Во-первых, к нашим 11 офисам добавилось еще 3 новых. Один в городе Самаре и 2 зарубежных в Швеции и в Чехии. Пожалуйста, завези подарки во все наши офисы и порадуй каждого из 700 сотрудников. И не забудь наших партнеров и дистрибьюторов, с которыми мы активно развивали бизнес на территории России и стран СНГ. Во-вторых, в этом году мы стали мультипродуктовой компанией. Сейчас в нашем арсенале уже целых 8 очень полезных решений для кибербезопасности. Благодаря одному из них, PT Application Firewall, уже второй год подряд Гартнер называет нас визионерами. Дедушка, ты, может, и не знаешь, что такое Гартнер, но поверь, это очень здорово. В 2016 году мы завершили ряд проектов по защите АСУ-ТП для энергетических, нефтяных и транспортных компаний. Особенно интересно было работать с компанией РЖД. Если хочешь, мы у тебя в Великом Устюге поможем что-нибудь защитить от киберхулиганов. На Positive Hack Days, нашем ежегодном большом празднике, мы устроили настоящую кибербитву. Всем это так понравилось, что мы решили на Positive Hack Days 7 пойти дальше. Битва выйдет в город, где защищать мы будем городскую инфраструктуру и умные вещи. Мы желаем, чтобы в следующий год был еще интереснее, а весь мир стал чуточку добрее и позитивнее. Пусть в нашем ИБ-сообществе процветает дружба, а успех ожидает и в коммерческих, и в социально значимых проектах. Сделай, пожалуйста, чтобы и у нас, и у всей отрасли все-все задуманное получалось. Алексей Качалин, заместитель директора по развитию бизнеса в России. Фух, что ж, еще одно письмо, о, еще одна марочка, хайда та марочка. Ну-ка, для вдохновения. Ну, продолжаем, не останавливаемся. Дорогой Дедушка Мороз, прошедший год был не самым простым для поставщиков решений иностранных производителей в России. Но мы в компании WebControl сделали все от нас зависящее, чтобы доказать, что на рынке могут присутствовать и конкурировать все производители. И у нас это, по-моему, получилось. Наша компания провела энергичный и продуктивный год. Мы активно участвовали в выставках, конференциях и форумах, делились опытом и лучшими практиками. Мы уверенно подтвердили свою позицию на рынке и гордимся этим. По хорошей традиции мы закрываем год ростом объемов продаж и, как следствие, своей команды. Мы давно задумывались над созданием собственного продукта и в минувшем году наконец-то сделали его. Верим, что он получился эффективным и удобным и оставит клиентов довольными. Дедушка, сделай так, чтобы нам, нашим партнерам и заказчикам сопутствовала удача в новом году. А еще, пожалуйста, пусть пользователи ведут себя осмотрительно и разумно, не давая злоумышленникам простора для совершения киберпреступлений. А мы, в свою очередь, будем трудиться, не покладая рук, чтобы удержать хороших людей от неправильного поведения и затруднить жизнь киберзлодеям. Андрей Акинин, компания WebControl. Слушайте, ну, с каждым разом все лучше и лучше получается. Еще одно послание, и все на сегодня. Кончилось. А под рукой даже карандаша нет. Ну что ж, тогда хватит на сегодня. Пора отправлять. А
давайте дедушку еще и на Уральский форум пригласим. А что, климат там идеальный, люди гостеприимные. В общем, решено. И теперь самое главное. Накнитесь мой, снег и вьюга в декабре, отправляйся же письмо в Устюг к дедушке скорей. Ну вот теперь добрый зимний волшебник точно узнает, как мы провели этот год и чего ждем от следующего. Друзья, желаем вам ярко встретить Новый год, до новых встреч в 2017 году. Дорогие друзья, от лица компании Stero CSP поздравляю вас с новым 2017 годом. Желаем вам в новом году надежных партнеров и новых крупных проектов. Со своей стороны мы подготовили высокопроизводительные решения для реализации ваших амбициозных задач. С Новым годом! Удачи, здоровья и благополучия! Друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем, кто работает на российском рынке информационной безопасности, новых успехов, новых свершений. Замечательно встретить новый 2017 год в кругу близких и друзей. Желаю, чтобы каждый из нас, празднуя Новый год, радовался тому, что мы работаем на такой замечательной отрасли, как информационная безопасность. Коллеги, друзья, поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю в новом году, чтобы никакие угрозы не омрачали ваших праздников и ваших будней. Море позитива, удачи, успехов и свершений в новом 2017 году. Ура! Дорогие друзья, компания WebControl желает вам яркого и интересного Нового года. Пускай во всех ваших начинаниях удача и коммерческая выгода сопутствует вам, и радость не покидает вашего сердца.